Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то коллекционер на русском сервере, и я могу паролить вам. Поэтому, let's go. Аккаунт Дмитрия, моего подписчика. Накопленные самики. Смотрим маг. Донатный, бездонатный. Злоупотребляет или нет? Не, не злоупотребляет. Отлично. Вот такой вот коллекционер. Ну, что могу сказать, вот эмблемка неплохая тема, конечно, если выпадет трифит, студеный пакт, в принципе, тоже неплохо, ну, а остальное, честно говоря, так себе, ну, единственное, что здесь еще трата есть, то есть, вот это тоже очень хорошо, в общем, вот так вот, так, набор за самики, что-то он не забрал, такой набор надо забирать, так, окей. С этим разобрались. Поехали. Смотреть аккаунт. Так, находится он в гильдии системы. 3/4 жизни. Удачи. Выведи Мифрея. Ну, надеюсь, надеюсь. Кидайте заявочки, вступайте. Надеемся на Фрею. Уже знаем, кого не хватает. Фрея, это точно. Так, Бигфут. Понятно, заклинательница, Фрея, Трифит, Стрелок, Седна, Командора, Афина. Ой, да ему тут много героев надо. Ронин, Асура, Рогатка. В общем, будет интересный у нас роллинг. Бездонатный аккаунт, накопленные самики. Ну, надеюсь, что вытащим нужных героев. Так, Анубис, отлично вообще. Ворожей, тоже огненка, неплохо. Арину. Кубчик. Ну, смотрите, неплохой бездонатный аккаунт. Так, Воодушка 4, Перс. Что-то он не пооткрывал. Ремка, Бог войны. Еще один, ну, без ракушкой. Так, что еще интересного? Дерево с ржевой. Ну, неплохой аккаунт. В общем, для игры героя есть. Окей, поехали. Испытаем удачу. Давно я уже вам не ролил. Сейчас попробуем что-то выбить ему. Так, забрать, чтоб не мешало. Тоже собрали, поехали. Пол кэш. Ну, посмотрим. Сразу же рыцарь тьмы падает. Триант Анубис, это просто пиздец, ребят. Вот скажите, почему Анубис? Почему ему упал Анубис, если он ему не нужен? Почему не Фрея? Ну, со второй тычки какие имбо-герои падают? Это просто жесть. И вы хотите сказать, что сегодня не подкручено? Так, слотов нам не хватает. Сейчас придется идти чистить склад, я думаю. Кенди за 150. Так, поехали почистим склад. Ну, в общем, начало... Очень-очень даже неплохое. Так, это все надо почистить. Мне это уже нравится. Это уже нравится. Так, использовать, использовать. Зачем? Зачем это все хранить? Вот, делайте. У кого места нету, ребят, делайте эмблемы. Сделали, она и больше будет у вас давать. Так, это не нужно, нельзя. Параметры будут лучше. Плюс места будет намного больше в разы. Видите, сколько мы места сэкономим. Так, что у него по третьим, ничего, по вторым. Ну, вроде кажется, но столько места занимает. Вот смотрите, сколько места. 152. Так, ну чё? Блин. Кенди уже есть. Студёный. Нам нужна другая девочка. Заклинательница. Офигеть, поздравляю. Дед Мороз. Триант. Нам бы Трифида вытащить. Ара. Душек.
Бигфут, ребятушки, это был Бигфутище. Ну чё, поздравляю с недостающими героями. Хороший был роллинг. Всем удачи, всем пока. Нет, конечно же. Так, Бигфутики есть. Заклинательница 2 есть. Два героя уже недостающих мы вытащили. Ну, это только начало. Поехали дальше. Супер. Хорошее начало серии роллингов. Давно мы уже не роллили. Химка. И вы хотите сказать, что сегодня плохо падает? Сердцеедка. Ниндзя. Ну давай, рандомчик, я в тебя верю. Так. Могли бы сделать, типа, сегодня акцию для всех. Капитан Дрейк. Ебись оно в рот, ребята. Я говорил, что сегодня подкручено Ледяной Феникс. Ну, чё, я поздравляю, ты теперь должен, как и вся гильдия. Пока что, Фрей, я тебе не выбил, но я тебе выбил нечто большее. Это Ледяха, который просто обалденнейший бездонатный герой, как и Фрея. Ну, просто супер. Поехали дальше. С такими роллингами можно ролить. Хранитель. Отлично. Фараон. Ну, я вам скажу, что как-то Леги, то ли мне кажется, то ли сегодня реально легенд намного больше падает. Рину. Офигеть. Так, опять Кенди. Ну, Кенди немножко не то. Призрачный. Риббит недостающий. Гаргул Дед Мороз. Посмотрите, что делается, ребят. Призрачный всадник. Не скажите, что падает хреново. Обалденно падает. Так, фараон. Так, давайте до Леги. Еще один капитан Дрейк. Поехали в рейд. Обалдеть. Вот это герои. Так, отлично. Поехали дальше. Let's go. Дриада. Так, одержимый. Ну все, у нас уже слотов опять не хватает. Но я думаю, студеных мы уже собрали. Мне кажется, 3 зелени. Эпично. Да, студеных мы уже собрали. Но у него уже есть лазуля. У него уже есть лазуля и так. Так, нам нужно Фрея. Фрея, стрелок, командора. Блин, надо много пелочек сюда. Давай, рандомчик. Я понимаю, что ты нам лазулю дал, типа, и все, ребята, отдыхайте. Смотрите, одна синь начала падать. Все, типа, блядь, отдыхайте, ребята. Так, ну рыцарь это, конечно, прикольно. Суккуб. Атлантикор. Сердцеедка. Блин. Эх, 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 эх. Ну, я думаю, он доволен будет. И ребята с гильдии тоже будут довольны. Лазуля это более чем. Так, забираем. Собрать. Трифида, конечно, мы не вытащили. Но мы сделали кое-что покруче. Так, ну, питомцев я не буду. Заберет он потом с почты. Так, давайте посмотрим, что мы вытащили. Акция еще какой-то. Герой нам выпал. Самоуничтожение. Так, ну что, поехали. Начинаем вот так вот. Блин, офигенно. Надо на сардели копить, наверное. 50к под коллекционера. Так, 2. Три. Бигфутик. 4 героя, ребят. Но зато каких 4 героя? Обалденных. Так, что там у него по героям творится? Смотрим. Черепа у него нет. Нифига себе. У него до сих пор нету черепа. Ронина, Сура. Да, у него еще героев. Ну, пусть копит самики. Будем дальше выбивать. Но зато, блин, лазуля это... Это уже эпичненько.
Поехали посмотрим, какие у них там талантики. Коробок у него, конечно, наверное, нет. Что у него вообще творится по ресурсам? Понятно. Let's go. Посмотрим на этих имбищ. Так, а живо, понятно. Такое и такое себе. Ну чё, поздравляю. Надеюсь, ты доволен будешь. Пишите комменты, лайки, репостики. Помните, конкурсы идут. Ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока.